Давай сюда в угол их. Так, там кто-то один ушел, я не вижу. Все, забрал вроде. Так, сейчас двух еще там притянем. Давай, диджей, тяни тех двух тоже сюда. Ребята, кто не знает тактику, давайте сразу плюсы мне. Смотри, Нигда, сейчас все объясню. Парни, сюда подведите, подводите их к этому углу. Так, ТТ мы сразу на очищение убираем. Ну, если хочешь поводить, давай ты поводишь. Или могу я поводить, мне без разницы. Кто-то один на трэше постоит, кто-то поводит. Смотри сам. Хочешь, води, давай. А, ну все, хорошо, тогда ты поводишь. Ну да, мишки трэш проще. Короче, ребята. А, смотри, диджей, будешь водить его по сетке. Ребята, босс будет водиться вот так вот по сетке. Милики выбегают, выносят под стенку там или РДД. Не надо, ребята, если лежат рядом две лужи, и вы хотите положить в угол лужи, не надо. Выйдите, вынесите, юзните блинки, улоков свои эти, выносите вообще их вот сюда вот, как можно дальше. Потому что вы можете стоять, две лужи постоянно могут расти, и вам нанесется куча дэмэджа. Не надо, просто выйдите в свободное место и вынесите эту лужу. Можно выносить также вот туда вот, там где бочки стоят, и все, то есть... По сетке ходит танк с боссом. Перед мордой никто не стоит. Абсолютно никто. Все бьют сзади. Итак, следующее. На вас будет вешаться укол. Укол – это на вас будет вешаться череп. Вот, допустим, на вас повесился череп. Это значит укол. Вы просто выносите как можно дальше из рейда. Как можно дальше из рейда. И просто бегаете. Бегаете, бегаете, пока под вами не будет лужа. Как только под вами появится лужа, вы сразу выносите. Ну, просто выбегаете оттуда, потому что нанесется очень много дэмэджа. Ничего сложного. Я попробую вам анонсить по поводу этого, кому надо куда выносить. Перед боссом никто не выносит. Выносят дальше, на лестницу там, где он спустился и так далее. Поехали, давай. На пул на диджея, на пул на диджея, на пул на диджея весь отдайте. Рост на 30% отдается. Выводи его, диджей. Давай, отводи, 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 отводи. Там лужа появилась. Ребята, милики, там лужа появилась. Бейте. Мутагенный укол, Войт, выноси. Бьем. Анонси, пожалуйста, у меня ДБМ залагал, не показывай. Окей, хорошо. Выводи, 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 выводи. Все, слизни, пошли, я забираю слизни. Ой, ты, бля, серьезно? Ну ладно, погнали. Выводи, сейчас облако будет, выводи его. Облако сейчас будет, выводи. Войд. Выводи, выводи, выводи. Милики, не стойте под лицом, я же попросил. Выводи его, выводи, выводи. А, кто там с черепом? Пукич, 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 выноси его. Пукич, выноси. Я вижу, вижу, выношу, выношу. Молодец. Выводи, выводи, выводи. Укол в карен. Вынес.
Сколько там у босса? 54%? Так, на ком там? Молодец. Аккуратно, аккуратно, под лужи не подходите, парни. Не выноси на край, вынеси дальше его. Сейчас умрете там. Блять, сказал же, не выносите рядом с лужами. Парни, у вас место просто, блядь, там вагон, я не знаю. Отводи, отводи, отводи его, там облако появилось. Забрал, забрал, забрал Лёху. Отойди, пушу, не клип. Скофилд, вынеси. Геру, Геру, давайте. Отводи. Отводи, 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 облако разлило. Отводи, 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 отводи. Тёма, дай гим на ХП. А на ком череп? О, да, 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 веди его, веди. Далеко. Давай ближе сюда. Аккуратно, перед тобой лужи. Лужи лежат, мужики. Диджи, уводи его в другую сторону. Да, да, аккуратно, там лужи. Исчезли так лужи, нормально, веди их. Давай сюда, обратно, там где ты изначально, все. Прохиливайте. А, я понял. Смотри, немного тесно. Принтет сюда. Давайте. Пошли дальше, пошли. Кто катит на глуте? Да, но в медведя. Тринкет по ЕП по, или как? По правой стороне. Все в трубе, по правой стороне идите, ребята. Ой, мусорная тыня. Ваше заклинание на правильное лечение может... О, я бы себе... Вот это я бы на Airdru бы себе забрал. Чисто как чарка. Аршан. Это хорошая триня. Не знаю, что она мусорит. Это что, по ЕП или как? Это по ролу триня. Что-то я так заметил. Мрачный перезвон. Меня следующий интересует. Он к этому овердосу давай. Ну это... А, ну ты же это, ты хэприст. Сейчас тут лужа пропадет, блять, а то босс лучше. Аккуратно, аккуратно, к боссу только не прыгните близко. Кто мобов кайтит? Я в медведе, в медведе. Медведь кайтит, на медведя. Всех? Всех? А чё не... А чё не всех? Окей. Это чё, парол или как? В прошлом раде было, что по этому ГП вроде забирали. Хочешь за 25 забери, кто хочет? Не, никто не хочет. У меня уже есть. Ну вот. Давайте его. Кто, кто? Нарожили уже. Вон там диджей. Нет, танкмастер же. За 25 могу пишет. Если хочет за 25. Ребята, вот, танкмастер, все. Надо кому-то еще? Динатор, если тебе надо, 25 ГП. Кому там надо? Давайте попробую. Динатри, ты будешь забирать за 25 ГП? Да. Лёха, ты будешь забирать за 25 ГП? Нет. Все, значит, Динатри отдай. Один выброс. Не, ну типа кайф, потому что сначала ролишь, если проигрываешь, что потом за ГП забираешь. Ну, верно. Ременчик. А, ну, кстати, неплохой ремень. Ну, кому нужна, они будут ролить по ГП. Ну, типа, сразу говори, если тебе прям сильно нужна, а то ты сидишь, крысишь по ролу, а потом ГП забираешь. Потом уже бросил ролл. Он же фрост, правильно? А у меня же есть это, у меня есть только это. Ролл у меня. Dark Traveler off spec retric, да? Нет, там чел спросил, что я не заролил. Я говорю, у меня есть просто. Скай, давай в танка. РДД.
Ники и забирает, да? Бегу. Там очень просто, там две решетки и центральная решетка. На центральной тусуется танк и ставит Элим тотем. Вокруг тотема бегает танк. С одной стороны встает маг на одной решетке и пуляет копье в моба с другой решетки, с противоположной. И тем самым моб будет идти на этого мага через танка, а танк размахом забирает моба. Ну, понятно смысл, идею? Да. Или непонятно? Да, понятно, понятно. Так, давайте так. Ярик, Мегалодон, ты стоишь в звезде. После пула босса, базука, ты идешь в этот, в печенье. Два элема. Тандер и Роланда. Вот вам метка. В ром ставите тотемы эти на замедление. Да, давай во Фроста, Ярик, давай во Фроста. Подожди, базуки во Фрост пекать? Да, 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 два во Фроста. Танки танчат в треугольнике, но Sky и Digi знают, как меняться, они десятку со мной ходят, то же самое. Три стака поменялись. Первый гимн на ХП отдает Скофил, второй гимн на ХП отдает Овердос, третий отдаст Йош. Надо постоянно обновлять этот тотем, просто чтобы мобы замедлялись, просто его будете обновлять по КД и все. Я извиняюсь, на что, в одном месте тотемы ставить? Ну да, вот там вот, грубо говоря. Или давайте один... Ну, давай я буду ближе к ромбику ставить, а он будет ближе к кресту. Ой, к звездочке. Окей? Нет, стоп. Да. Одного шрама хватит? Сейчас, подождите, ребята, я подрублю активацию. Очень непонятно вам, что здесь делать. Печенье. Так, Никитос, когда будет первое вступление, Тёма отдаст гимн на ХП, оттолкнешь их, если что, просто, и все. Все поняли? Ярик с Мегалодон стоит в звезде, стреляет в печенье, базука стоит в печенье, стреляет в звезду, тотем ставится в ромбе, и все. Танки знают, как меняться. Войд, похилишь меня, вот, если что. Все остальные хилят танков и весь рейд. Но, в принципе, тут по рейду вообще не идет дэмэдж, тут в основном только танки, и все. Танков просто не шлепните. Так, на всех есть там фласки. Ребята, поставьте рыбу, у нас рыбы нет ни на Динатрии, ни на мне нету рыбы, ни на Войде нет рыбы. Дайте рыбу, пожалуйста. Давайте, едим рыбу и начинаем. Все максимально просто. Маги просто перестреливаются, я забираю с вас и бегаю просто с этими мобами. Просто замедляйте их, типа, чтобы они мне не сильно пробивали. Я оделся на максимум ХП, но 56 тонн, я думаю, не сильно им поможет. Все, Никита, если что, кто на рыбу сел, ребят? Никто? А что, она пропала или что? Или где рыба?
ставили в такую рыбу. Пропало, пропало. Ладно. Че, готовы? Yes. Давай, диджей, пуляй. Пуляй и туда его к стене ведите. Все. Поехали. На пол на танка. Пусть нам дальше меняют. Все, Ярик стреляет в печенье, базука, ты стреляешь в звезду. Пусть они идут через центр. Иступление, ну у нас две роги, все, все супер. А, там метеоритный дождь, я понял, это звездопад точнее. Еще один вышел. Бля, ну куда он побежал? Совы, не юзайте, пожалуйста, этот Starfall. Вы просто агрите на себя. Что, они будут сейчас садиться сегодня на медведя? Ты агро только на них не набирай, мегалодон. Хуйнул моба и забыл про него. Ярик, я знаю как могу. Бля, по 2 тонны прилетает. Все, замедляйте, замедляйте. Так, Тёма, приготовься дать гимн на ХП. Тёма, гимн на ХП. В мобов все свичнулись, ребята, в мобов все свичнулись. Мобы возле между ромбом стоят и между звездой. Бля, там агро понабирал. Блять. Сожрал, я понял. Сюда их в рубик ведите. Маги. Вы не в центре стоите, а вот тут, где звезда стоит. Вы, блять, я не могу их атаковать оттуда от собаки. Шо мне. Как где мне стоять так? Я забрал возле собаки. Еще одного забрал. Еще один возле собаки есть. Вижу. Но он там в контроле, там приз дал контроль, не бежит на меня. Да этих новых лучше держите. Да я держу. А, так, овердос, приготовься, через 20 секунд отдашь этот. Сколько у собаки? Сейчас... Давайте, Гер. Овердос, приготовься нажать на гимн ХП. Сейчас просядем, сразу прожми гимн на ХП. Гимн на ХП, овердос. Свичнулись мобов. Все, новых не пускаем. Боссов играем. Доигрывайте в боссы. А, не дебаф на места, вот, я понял. Их нельзя танчить, их только кайтить. И не пускать. Да я пытаюсь. Не-не, это не диспелится. В босса давайте фулл ДПС. Давайте, добивайте. Все, хорошо.
самое веселое. Тадиус простой. Это 213 шмотки. Стойте, стойте. Кстати, пусть страж пройдет и сразу побежим. Протопал, протовар. Давайте, протопал, кому надо, Скай. Да. Скай, тебе не надо? За мной все пробегаем, за мной просто все пробегаем. Т7, 50 гп. Не бейте, не бейте, не бейте моба, парни, не бейте, сейчас он с меня агрится. Бля, я попросил, слышишь, не бейте, парни, просто пробегаем, все за мной пробегаем. Бля, я еще и упал. Откинул он всех. Стоим, пердим. В угол сюда ко мне заходим, в угол. Все к танку сюда, в угол. Навара плечо, Т7, 50 гп. И все, ждем войда, бафаемся. Друидовские штаны. Штаны. У меня 226. 213. Ждем. Давайте в туалет на перекур 2 минуты. Ждем, нам нужна все равно Гера, нам нужна. Давайте, перекур, туалет 2 минуты, ребята. Давайте, только идите, пожалуйста, сейчас сразу. Кому надо, в туалет на перекур, чай сделать, чтобы потом не было, что один ушел, второй ушел, третий ушел.
Я тут у меня вылетел. Нет. Так что, там место не освободилось? Как ждать, не ждать? Так. У нас уходит Влад. Бигвар это кто? Он так что и говорил. Я не слышал, отходил просто. Рога. Бигвар это Рога. Ну да, давайте нам еще одного Рога. Нам уже мало. Так, а Влад уходит или нет? Сейчас я узнаю, секунду. Фух, секунду, Так. Давайте, ребята, рыбу. А, у нас улетел Войд. Войд, ты тут? Угу. Там уходит или нет, просто стрельшон с тобой? О, не знаю, он что-то писал спасибо. Ну, давай перекинем его. Давай. Сейчас я перекину. Так. Сейчас, секунду, ребят, все не успеваю делать. Так, Бигвар. Блядь, этот Бигвар отвалился. Да-да, сейчас, подожди, я тебя слышу, телепортируюсь. А. Давай, мы тебя ждем, сразу засумоним. Итак, ребята, это босс. Ой, давай, трейд. Это босс, в котором все абсолютно должны юзнуть все свои фласки, которые у вас только есть. С ивента, с куплены на аукционе. Без фласок не пройдем, говорю сразу. Тадиусу на 10 примерно или на 5%, как и Лоскутику, становится похер, он впадает в берсу и начинает просто всех разрывать. Мы в прошлый раз на нем вайпались часа 3, может 4. Убьете с первого раза, будете молодцами, но опять же таки. Юзайте все свои фласки, у кого есть, не жадничаем. У вас целая неделя, чтобы набить себе 100 голды на одну фласочку. В крайнем случае 300 голды на 3 фласочки. Вот мы начали проходить, грубо говоря, в 6:30, даже ближе к 7, если я не ошибаюсь. И вот мы идем ровно 2 часа. За 2 часа мы почти закрыли 3 квартала. Остался у нас, там, грубо говоря, самый последний тяжелый квартал. Все. Тадиус элементарный босс. Так, Скай, давай в этого, в ДД, если ты еще не в ДД, в ДД. Диджей, я в танках остаемся. Так, так. Он же, по идее, не по процентам, он, по идее, по времени выпадает. Ну, вот так вот мы попадаемся, так, ну, мы так всегда и попадаем по времени, что он, блядь, попадает в берсу. Ну, ДП да. Не хватает физически. Так, Бигвар, ты тут? Давай. Да, в чат гильдии пришел. Давай, я не... Сегодня хватает ДПС. Ну, так, давайте суммоним Бигвара, ребят. Итак, говорю, кто куда идет. Шумский идет направо, Диджей идет налево. РДД, по-моему, идут направо, если я не ошибаюсь, да? Налево. РДД налево, РДД налево, Милики направо. Рыба стоит. А где рыба? Я рыбу не вижу. Ребят, поставьте рыбу, пожалуйста. Кто у нас? Поставьте рыбу, пожалуйста, пусть все покушают. Давайте обновим баф. Я пока поставлю мет. А кого бьют? Кого как уже бьют? Итак, ребята, смотрите. Вот стоят две метки. Синяя и красная. Синяя плюс, красная минус. Кто не знает тактику? Сразу давайте определимся. Все знают тактику? Сейчас посмотрим, как все знают тактику. Итак, я буду говорить, когда переход. Все смотрим за своим дебафом. Дебаф у вас показывается, где у вас... Знак Орды, дебафы. Если у вас появляется минус, вы стоите в красном. Если у вас появляется плюс, вы стоите в синем. Допустим, вы стоите в синем, в плюсе, и тут резко у вас меняется на красный, на минус. Вы просто под боссом пробегаете в красную метку, и все. Близко к боссу никто не стоит.
милики набирают максимальный оранжу, чтобы попадать просто по фрейму босса, но РДД и милики стоят все в одной куче. Вы бафаете друг друга. На перебежку у вас ровно 5 секунд. Если кто-то будет с минусом стоять в плюсе, вы будете наносить дэмэдж своим же союзникам. Это все в рекаунте можно посмотреть. Это на будущее, если что, я вас предупреждаю. Вот. Давайте так, чтобы без вайпов, мы быстро его сейчас с первого трая убиваем и идем дальше. Закрывать военный квартал и идем на ласта. Тут заговорим. Так, поехали. Давайте, я проверяю баф. Хатори, Хатори у нас ушел. Дарк Тревел, хилы. Сейчас хилы. А Тедис, значит так. Ханкуль и Войд идут налево, а Тедис и Доктор Зло идут направо. Так, давай Авердос. Авердос, а есть ШП? Хотя не, Авердос, иди направо просто и все. Так, теперь, ребята, фласки я хочу видеть на Dark Travel. Фласку я хочу видеть, если... на Скорене нету на СПД, да? А в бою можно фласку обновить? Да, в бою можно фласку обновить. Ладно, обновлю, у меня 2 минуты сейчас. Да, 2 минуты, не 2 минуты, он выпил, да и все. Так. А мы рогу потеряли вроде, нет? Какого рога? Бигвара, его засумонили или нет? Вроде бы да. Все, ребята, босса танчу, Тадиуса буду танчить я на медведе, поэтому сначала, смотрите, изначально, сейчас покажу всем, сейчас, когда спрыгнем. Ребята, как убьем этих двух, надо будет допрыгнуть. Когда мы допрыгиваем, все заходят в звезду. Давайте там ближе к Тадиусу поставлю. Все заходят в звезду. Под флешком изначально стою только я. Все стоим в звезде до первой фазы. Как только... Да, плюса налево, плюса направо, минуса налево. Как только вы увидите на себе дебаф, вы смотрите. Красный, значит, в красную. Синяя, значит, в синюю. Все? Все готовы? Да. Все, поехали. Давай, поехали, Скай. Не, базука, я вообще не потел, я просто играл всегда на нормальных 3-3-5 и все. Я в CLK и в РС ходил, сюда не ходил, в эту шляпу. Просто не хочу сидеть, блядь, 6 часов. Во-первых, у меня 24 человека еще, которые со мной вместе. И я ни вас не хочу задерживать, ни себя. Плюс есть люди, у которых плюс 4. У Славы плюс 4, у Ханкуля плюс 4. Поэтому давайте иметь совесть, быстренько идем. Не, к тому, что просто, ну вот, кто прошел хардкорную классику, в принципе, ты сейчас все стратегии рассказываешь, как бы там скип и прочее, всякое, ну, как бы позиционка, все как на классике. Вообще. Ребятки, на 15% РДД стопните, пожалуйста, на 15%, милики на 20% от вас отстают. Поэтому нам нужно добить одновременно. Да, все как на классике. Давайте вы вот лучше меньше разваривайте, сейчас посмотрим, как все допрыгнут. По нему в 2 раза. Так, РДД стопают, милики бьют. В РДД зоне бьют только танки и все. Милики бьют. Бьем еще милики, РДД пока не начинают. Еще бьют милики. РДД на потихонечку начинаем. Давайте РДД дэмэдж. Все, добиваем. Все, давайте на бортик и перепрыгиваем. Сразу все в звезду стали. Под босса становится только танк. Кто упал? Ярик. Все в звезду. Ярик. Там много людей. О, можно начинать бить. Милики, можете начинать бить. Подходите, давайте, на полный танк. Приготовились. Смотрим за дебафом. Минус в красное, плюс в синее. Набрали максимальную дистанцию от босса, но стали в друг друга. Сейчас после следующей перефазы дадите Геру. Сейчас вот поменяемся через 10 секунд, дадите Геру. Никипос, дай, пожалуйста, тейнеров Ханкуля. Ждем. Скофилд, подожди. Ждем. Пошла. Смотрим на дебаф. У кого плюс-минус поменялись. Через звезду никто не меняется. Все, про звезду вообще забудьте. Давайте Геру.
набрали максимальные милики рейндж от босса. А, Скофилд гим на ману, Ханкуль тотем на ману. 5 секунд. Приготовились. И подняли глазки. Вот сейчас на свой надо. Вот он заряжает руки. Смотрим на дебаф. Поменялись, у кого поменялся. Набрали сразу рейндж милики, чтобы вы не били друг друга. Он прилетает, блядь. Давайте, бьем. У нас ДПС вроде неплохо так влетает в него. Жмем на все свои кнопки, все свои триньки прожимаем, не жлобимся. 5 секунд и начнет кастовать. Смотрим. Зажигаются руки, смотрим. Никто не перебегает, смотрим. Поменялись кому надо. У вас на смену 5 секунд, ребята. 5 секунд более чем достаточно, чем просто пробежать под боссом. А, Никипоц, если есть БР, подними мне Роланду. Роланда, стоишь в звезде, пока на тебя не повесится новый дебаф. Тебя сейчас реснут, и стоишь в звезде, просто остаешься. Вставай, стоишь в звезде. Стоишь в звезде, просто там хилишься, живешь. Приготовились. Смотрим, зажились руки, смотрим на дебаф. Поменялись кому надо. Роланда, сразу заходи, какой... Так, следующее, кто у меня там? У меня Доктор Зло и Авердос. Давайте, гим на ману и тотем на ману, погнали. Приготовились, через 2 секунды зажгутся руки. Смотрим на дебаф, смотрим. Сейчас поменяется, смотрим. У кого поменялся, перебежали. Прохиливаем рейд, давайте. Блять, какой же он толстый. А кто там стоит? А, это им, блять. Думаю, кто там стоит, кастует. Смотрим. У кого поменялся, поменяли. А, так, у меня там Ёж остался. Ёж, дай, пожалуйста, гимн на ману. Давайте, парни, мне нужно, чтобы у всех была фуловая мана. Приготовили, сейчас будет смена. Приготовились, смотрим за дебафом. Поменялись кому надо. Прохиливаем рейд. Чтобы я, блядь, не видел, чтобы кто-то упал. Блять, как вы умираете? На карту. 3 секунды, приготовились. Смотрим на дебаф. Поменялись кому надо. Давайте, хилимся, живем. Там у нас больше ни тотемов, ни гимов, уже нихера нету, давай. Прожимайте все свои, что восстанавливает вам ману, я не знаю. У меня энергии. Дай в Ханкуля. Приготовились, смотрим. Смотрим за дебафом. Поменялись кому надо. Ух, там поперебегало в мин. Давайте, парни, 13%, блядь. Давайте, жмите на все кнопки, как я не знаю, как будто вас в детстве на пианино отдавали. Давайте. Всех люблю, давайте. Смотрим сейчас на дебаф, сейчас поменяемся. Смотрим на дебаф, ребята. Смотрим. Поменялись кому надо, поменялись. Давайте, зайчики. 2%, давайте. Все, я фул на танке прожался. Борис, первый раз. Ну сходимся, разойдитесь, плюсы в плюсах, плюсы выйдите вообще в этот в портал, минуса только остаются, плюсы все вышли в портал, все. Опа. Пока не выходите, ждите, пока дебаф спадет с вас, и все. Как только дебаф спадет, только тогда уже, потому что сейчас... Ох.
Да, мы когда стоим в толпе, нас эти стаки бафуют. Эти стаки нас бафуют. А если два противоположных стака сбегаются, то появляется разряд молнии, который вас убивает. Да, 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 да. Давай, роль, Слава. Сейчас подожду дебаф. Спать. Давай, давай, давай. Вот, а кто его знает, может там плюсы сделают. Так, давайте. Потихонечку подтягиваемся все к военному кварталу. Ну чё, у нас нормально, бля, мути-мути дал десятку, вообще к гадалке не ходи. Базука потом идет. Вон, ребята, начался ролл. Смотрим, посох. Посох этот на РДД. Хилов там, на хилов. Ну, ну, а, да, на хилов, на хилов, на хилов, простите. I'm sorry. Вот это на хулипал нормальная башка? Большой, да, да, почему бы и нет. Ну, если лучше нету, то почему бы и нет. Смотри, типа, Слав, в чем прикол? Если тебе хватает маны, ты можешь одеваться вообще без МП5. Uh-huh. Типа, если ты, если хватает маны. Танки. А, не, не танки, вру. Мили ДД. Санина даже без сокет. Просто рольте. Да, на оп, да. На оп, давайте. Хаскрипт, я знаю. Если вы мне сейчас дадите такой же ДПС на всадниках, убьем их с первого раза. Рога ДК. 10к. Не, так, это что у нас? Штаны. Да, да. За ГП или что? 10к это за ГП. Все, ты 7, 50 ГП, и там шмот 226, 50 ГП стоит. Ну, давай тогда по роллу, я не знаю. Если вторые, за ГП не вторые, хватит. Вторые спеки у вас? Кому на, ну, второй надо? У меня на второй есть, ну... А, нет, там херовые штаны. Вот, диджею отдайте. Ну, давай. Мне новый. Отдавайте, значит. Диджей... Никому не надо. Никому. Да, 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 да. Ну, видишь, типа все у нас одетые, блядь. Не, если второй, на второй спек, то я отдам бесплатно. Отдавай, отдавай, отдавай. Ну, Динатрия же это... А, ему новый спек. Не, мне не надо. Берите на успех все, пошлите на этот. Так, ребят, давайте быстренько ролим. Все это последнее было, Слава? Да, да. Давайте. Много трэша не агрим, это не нужно. Идем спокойно. Чем спокойнее будем идти, тем больше сэкономим своего же времени. Блять, я почему-то на паучьи пошел. Бегу. Вот этому гусю, которая такая огромная тень, тикайте ему косты. Вот, тень стоит, вот, я дал метку, вот, тикайте ему косты. Не обрыгивайтесь только там. Это какой тут пацаки уже, блядь, готовы в целкайте, чтобы тут обрываться. Давайте, захиливаем рейд. Так, не спешим. Я сюда притяну, я притяну. Не спешите. Потому что мы сейчас зайдем вовнутрь, там еще половина трэша к нам прибежит. Так, тут какой-то хер один крутится, я не помню какой. Поэтому РДД, наберите дистанцию. Хаммер у нас вчера топор с Келя забрал. Да, ну, да, был такой. Молодец. Сегодня моя очередь. Проходим аккуратно по правой стороне. Вот эту вот душку надо залить сразу, парни. Максимально быстро. Кикайте ему косты, чтобы он не кастовал. Так, а, я понял, это не кикается вообще. Духовитый парень. Блять, у меня там на телефоне уже столько сообщений. Фух. Чтобы я еще раз когда-нибудь на каком-то сервере релил, не просил. Отчет. Смотри, у тебя Dream Team, ты чё, только не релить. Не, а когда... Кто сейчас говорил об этих ошибках? Лилхаммер. Лилхаммер. Не-не, там Лилхаммер этот озвучивает Леонардо Ди Каприо. У базуки. Я
чем Леонардо. Лил Хаммер, да, мы ему уже, кстати, это, там, работу нашли. Я не с таким боком начал бы вызвать это и все. Будешь какого-то гангстера озвучивать. А, мама платит. Опа. А, у нас сзади пришел трэш. Я понял. Бля, ну хоть шею себе поменял в этом рейде, я не знаю, хоть что-то мне приятное. Кольцо, правда, такое себе, ну ничего. Там Сапфирона, по-моему, будет. Там мне на меткость надо кольца. У меня, в принципе, меткость, есть броня и уклонение. У меня, в принципе, есть кап, но все равно. Так, секунду, парни, я сейчас, у меня просто в ледяном шмоте был чего-то. Давайте аккуратненько обходим этих. Учитесь сразу аккуратно так обходить, потому что в РБК, когда откроют РБК, и РБК на фул никто не будет проносить. В РБК будут там такие тактики, блядь, спрыгнуть с мостика, спрыгнуть с бордюрчика. Потому что трэш будет бить по 10, по 20 тысяч, еще больше, чем в максе. И... Вы типа текстурам. Да, 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 да. В этом механаре, ну то есть это ботаники. А вопрос, там будет какие-нибудь механики изменены или такой оригинальный БК? Все то же самое, просто там очень сильно бьют. Там типа по 20, по 30 тысяч тебя будут бить. Тогда изи. Ну, я, конечно, вру, что по 20, по 30 тысяч, но на порядком больше. Там где-то и damage x3 будет, x4. Понятное дело, что когда все в БК уже оденутся, то РЛК для вас вообще будет сказкой. Да смысл в РЛК вообще ходить? Ну, у меня, допустим, 10 тысяч ОД. Поэтому, как выйдет какой-то новый шмот, я смогу себе сразу его купить. И там же, по-моему, 3К стоят шмотки. Ну вот. Так, давайте там диспел по коням по чуть-чуть. Вот только ОД не этот же, по-моему. Да ладно, нет, я на за ОД, блядь, если куплю, просто да и все, все в ювелирку отправлю. На аукцион, это не там, есть проблема. Там камни же выйдут новые, как раз таки. Ну да, там он сейчас продаются камни какие-то по 150 ОД на этом, на острове. Не, потом целка еще. Этот, парни, диспел, диспел по коням. Короче, поживем. Мне все равно это ОД особо не жмет. Сердолики же пойдут еще. Так, смотрите. Давайте вот куда-то в звезду все. Ой, блядь, в навр. А, не могу. Вот туда, за Тедисом бегите. Я куху, да, сажусь? А, куху. За Тедисом. Не-не-не, куху нет. За Тедисом пробегайте, пробегайте аккуратно. Все. На поле туда. Давайте. На танков дайте на пол, парни. С под морды выйдете. Так. Ёж, ты был хоть раз в 25-ке? Да. Супер, тогда ты садишься в куклу. В принципе, вариантов не снимал. Ёж, Саня, язык и враг мой. Так, диджей, ты остаешься в танке на всякий случай, на крайний вообще, в случае, если он меня шотнет. А Скай, ты в этом. Итак, значит, смотри. Стой. Можете резнуть. Ребят, отойдите дальше, потому что сейчас босс просто будет проходить по кругу, запулиться на вас. Деликс умер. Тут где-то, или я его не вижу? Активность — это же агро, да? Нет. Угроза. В рекаунте нет, в этом рекаунте нету. Нету. У меня нет угрозы.
Итак, значит, смотрим. Так, давайте баф, давайте нам рыбу. Дайте рыбу куда-то, я не знаю, сюда вот звезду поставьте, чтобы поели. А, вот поставили. А, ну все, где поставили? А, все, вот вам метка на рыбу, кушайте рыбу. Итак, диджей, смотри, ты держишь двух последних на себе. Вот тебе крест и вот тебе череп. Ты забираешь их и отводишь их куда-то в печенье. Что происходит? В печенье куда-то ставишь их просто. Итак, ребята, смотрите, которые будут сидеть в куклах. Это Скофилд, Тёма и Ёж. Вы танчите босса, ну, примерно вот тут вот где-то, ближе к центру. То есть вы вот тут вот немножечко спустились, насколько у вас достает. А, Ёж, твое печенье, Скофилд, твоя звезда. А, то есть берете и танчите. Там постоянно, да, твоя печенька. А, то есть прожали костяной щит, затаунтили на себя. Вот, прожали костяной щит, затаунтили на себя. В крайнем случае, если там не будете успевать, я его затаунчу на себя, но я его не смогу долго на себе держать. Сразу у всех, у кого рекаунт, там, Скада и Омен, переключайте на уровень угрозы. Угроза, там, я не знаю, как агро, и ищите. Чтобы... Ауешить лишь не надо, да? Нет, ауешить не надо. Бьют все в один таргет и смотрят за своим агро. Потому что если переплюнете кого-то по агро, сразу скидывайте у кого там, постараюсь вам сказать. Просто, тут просто надо медленно, по чуть-чуть, аккуратно бить этого босса. Все, больше вообще тут ничего сложного нет. Не забывайте хилить ежа из Скофилда. Вот. То есть в основном рейд стоит вот тут где-то на ступеньках весь и бьет просто босса. Все смотрят на свое агро, куклы по чуть-чуть таунтят аккуратненько на друг друга, то есть не так, чтобы друг друга сразу перетаунтили. Костяной щит прожали, затаунтили. Костяной щит прожали, затаунтили, и все. Рейд и босс стоят в ромбике, потому что если мы уведем его дальше куда-то, если уведем сюда, то присты не достанут уже майнд-контроль. Поэтому все стоим вот тут вот. Если вдруг побежит, я сразу дам таунт на себя и заберу его на себя. Все поняли? Да. Геру тут не даем. Геру даем на следующем боссе. Все, даю готовность и начинаем. Давайте в кукол, поехали. Давайте в кукол, диджей, жди. Все, уводи их туда, куда ты в печи. Давай, диджей, забрал. Убирай с меня. Все, куклы бьют. Все, диджея не забываем хилить. Смотрим. Так, мегалодон на первом месте. Смотрим. Так, Шумский на первом месте. Все. Куда он там уже побежал? Ребят, подведите его к ромбику на пристах. Ближе, на ком он сидит, к ромбику, подведите его. Там, где медведь стоит, куда-то сюда. Куклы, которые танчат босса, подведите к ромбику. Отойдите просто с боссом, да, к ромбику, вот сюда. Все, Скайрейн ляпнулся. Я подниму Скайрейна, Ники. Вставай. Забрал на себя. Все, куклы, забирайте с медведя. Куклы, кто может, заберите с медведя. Ёж, если можешь, все, хорошо. Все, я просто стою рядом, аккуратненько, просто подагриваю, если что. Кидайте дизарм, пацаны, по КД у кого есть. У кого, да, у кого есть дизарм, кидайте дизарм. Вот, все, куклы на первом месте у нас по агро. Куклы, в куклы сели. Скофилд, что там такое, Тём? Давай, все, держим. Лёха, стопни немножечко по боссу, либо скинь агро как-то. Стопни по боссу, Лёха. Все, хорошо. Все, и по чуть-чуть вот так вот его бьем. Лёха, стопни по боссу, Лёха, стоп. Ликс тоже давай стопай. Как-то он там плохо, там один на один почти сыграл. Ликс, конечно же. Ликс, ты перебил его. Тандерклик на первом месте по игру. Бейте. Если что, я затаунчу, если побежит вдруг. У бляха, нахуй, как дал мне. Так, Ханкуль, Лёша, тотем на ману, овердос, гим на ману дай. Гим на ману, овердос, потому что у нас Скофилд сидит в этом.
Забрал босса. В кукол сели. Давайте, сели в кукол, забираем его с танка. В куклу забираем с танка, молодцы. Все, бьем. Бьем дальше босса. Ханкуль дал иннер. Дизарм. Дизарм, парни, у кого там есть? Кидайте дизармом разоружение. Едем. Соседнее село. Хорошо, идем. Напоминаю еще раз. Геру никто не дает. Бьем. Так, авердос, дай нам гимноману. А, ты уже давал, прости. Так, доктор зло, давай нам бочку на ману просто и все, поставь ее. Сейчас подкормим немного парней. Так, садитесь в куклы. Я забрал босса, садитесь в куклы. Давайте, я прожался на танке. Все, забрали, хорошо. Все. Вот вам и весь босс. А, Никит, если есть... Ух, забрал. Сюда, в ромбик его выводите. Уводите его из РДД зоны. Сразу забрали и в ромбик, Никита, если есть, дай в мегалодон иннер. На него метку поставлю, потому что не вижу. Все, добивайте. Все, молодцы. Все, вот трэш с танка снимаем, парни, разбиваем этот трэш. А, все, разбили. Тупой, не тупой, но убивать его надо. Парни, не смотрим в босса, идем дальше бить. Вы теряете свое же время. Вам все сейчас линканут. Вот, ткань, смотрите, ткань на РДД. Рольте, кому надо. Ёж выкину. Гнидыч и Ёж. Подожди, там они одинаково выкинули. А, слотяка 94. Фу, чака, простите. Да. Простите, я не увидел вообще. Кожа, хоста, дух. Достойная кожа. О, ну это, наверное, дру, запястье. Кто собирает эрдру? Есть такие? И я собираю эрдру. Тебе надо? Секундочку, подожди. Секунду. Да, мне надо. Я буральнул их. Тебе закину. А. На танка наручи. Сейчас наручи, на танк. Смотрите, какие наручи. Диджей. Давай в диджей. Ну и кольчуга босса. Наряд река пойдет в первое время? Ну да, в принципе. Так, аккуратно обходим слева. Ребят, у меня есть все чарки, но нету с собой реагентов. Кому надо, после Накса зачарим всех, кого надо. Пока нету. У меня все есть. У меня с собой есть, если что.